Почему же я люблю свой город? Пожалуй, потому что он подарил мне очень много приятных мгновений и незабываемых дней. Да, это маленький городок. В Канске есть множество красивых мест. Замечательная набережная на берегу Кана, на которой можно любоваться великолепием и величием закатов, приливов и отливов, и просто наблюдать за красотой природы. Чудесная площадь Коростелева. Именно здесь происходит множество встреч приятелей, новых знакомств. Именно здесь проходит большинство концертов. Именно здесь празднуются народные городские гуляния и фейерверки. Сама природа в моем родном Красноярском крае очень богатая. И, конечно, в Канске она тоже очень красивая и радует своим великолепием. Если отъехать немного от города, то можно любоваться красотой и разнообразием природного и животного мира. Здесь ты находишься один на один с природой, и поэтому чувствуешь себя спокойно, хорошо. Да, я живу не в мегаполисе, но все же я люблю свой город за необычайную красоту его природы, а также за то, что он подарил мне мою семью и моих друзей.